Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». Так, ну здесь сундук, судя по всему, да? Бесплатный. 1200 монет. Так, Рэмбо, защитная аура. 3462 монеты у меня. И прокачать я, к сожалению, ничего пока не могу. Ну что, друзья мои, для того, чтобы перейти нам на какой-то там этап, я насколько... Подожди, а почему этот телепорт... Стоп, подожди-ка. А, нет, они остаются. Я думал, он должен вроде как испариться. Нет, он остается. Нам не хватает одной звезды. Где нам эту звезду получить, я пока не знаю. Но можно попытаться, может, где-то вот тут, вот на этой миссии. Давай возьму одно защитное яйцо и постараемся. Но мне кажется, что вряд ли. Серьезно, что ли? Смотри. Он там отправил на меня армию. Армию пришлых. Мне нужно туда, ребята, по идее. Сделать вот так вот. Как они мне дороги-то, а? Я уйму времени на это трачу. Ну, наконец-то. Подожди, а что-то яблоко... А, яблоко в пофулке. Яблоко по фулочке, яблоко по... Ну, где там кто-нибудь там прибежит к мне на помощь-то? Есть. Так, шаман, ну, вали отсюда. Если я не ошибаюсь, этого парня... Так, пускай пока стоит здесь. Оп, промахнулся. Не, нифига не промахнулся. Воу-воу-воу. Ну ты сейчас серьезно, что ли, блин? Там бомжиха еще бежит, ну. Ребята, там бежит бомжиха. Я вот так вот встаю, короче. Пока я в ауре. Все, аура кончилась. Мамонт бедный мой, там. Мамонт, родной мой, не падай, пожалуйста. Ну а что я могу, ребята, еще сделать? Давай, 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 давай. Блин, я думал, что это последнее. Фиг там это последнее. А этого что, не бомбанул, что ли, еще? Снаряд летит.
Так, чё, куда, кого, чё там бомбим-то хоть? Зашибись. Ну давай ты резайся быстрее, ну. Есть, ребята. Прикинь, мы выиграли. Причем прошел на 3 звезды. Хе-хей. Фу, слушай, идеально получилось. Прям вообще великолепно. Я не ожидал, серьезно тебе говорю. Опа. Так, трицер может прокачаться, но... Угу. Так, а это автоматически нам открывает портал. Верно же? Так, точно. Опа, опачки. Слушай, на 3 звезды, даже неожиданно для меня, ребята, мы прошли. А что я тут могу прокачать? Пока ничегошеньки. Ну что, друзья мои, пойдем вот за этим новеньким динозавром. Я надеюсь, что мы сможем его спасти. Я не говорю, что мы сможем... Подожди, ну да. Так, а у нас вот это работает на него? Работает. Ну, Снэппи. Он, ребята, и в Африке Снэппи. Слушай, ты заколебал. Да ну хорош уже там. Он не даст покоя, ребят. Да упади ты. Он вообще где? Дай хотя бы так сделать. А чё он? Вы чё, дурачки что ли? Ё-моё. Прикинь. Это чё за баг? Ну а как это еще назвать-то? Да они не дадут мне даже ничего сделать здесь, ну. В кого ты там стреляешь, дурачок ты этакий? Блин, я не могу даже этого призвать, никого, кроме вот этих Снэппи и... Да неужели? Слушай, вот этот с петардами достал. Ну. Просто душат здесь именно своей вот массовостью. Так, ничего себе не представляет, но вот то, что их тут много. Так, я мамонта сюда на всякий случай позвал.
А что, этого бить не надо, что ли? Я не могу понять, блин. Минус звезда, ребят. Ну, мамонт, ну... Так он долго с ним дрался, а? А что, у меня ни одного этого, что ли, не осталось? Я не могу понять. Точно? Ребят, вторая звезда пошла уменьшаться. Вторая звезда пошла уменьшаться. Чего-то там. Оу. Ты посмотри. Фига себе. Да как тут на три звезды, ну, прям я не знаю, друзья, тут... Это насколько я должен быть мощно... Они сейчас мамонта завалят. Нет, мамонта они так легко не завалят, но все равно, ребят... Дирижабли пошли, прикинь. Уже на дирижаблях эти хламоны вонючие летают, а? Вот так вот, ребятушки. Кто-то помню, когда я только начал ее снимать в первой серии. Фу, легкотня, что в нее играть? Легкотня, да, конечно, легкотня. Фух. Ребят, ну понятно. Подожди, а я же должен был спасти здесь кого-то, разве нет? Погоди-ка. А, он вот так вот, да, открывается. О, друзья мои, это Спайк. Тираннозавр это. Спайк, значит, да? Слушай, он вообще одним из первых. Я не знаю, что он делает, ребят, надо глянуть, что у нас делает Спайк. Он стоит всего лишь 5 энергии, как ни странно. Ну, и чего? Блин, я уже нажал, все, ребят, что-то игра зависла. Мне, наверное, надо было вначале нажать, а у меня, видишь, не хватает яблок, поэтому я ничего не могу сделать. Эй, ну что, придется перезаходить в игру. Так, ну что, друзья, давайте попробуем еще разок. Только заранее уже не будем, наверное. Вот так вот. Вот, видишь, а я тогда нажал, видимо, раньше времени. И чё? И он полетел. Ну-ка, может, он сбивает их? Ну, ребята, я не знаю, в чем суть этого Спайка. Но он, к сожалению, ничего не делает. И это факт. А меня здесь плющит, будь здоров. Так что я не знаю, в чем прикол здесь Спайка. Да? Как-то бред, если честно. Просто бред. Этот Спайк-то... Сплошное недоразумение. Надо было защиту мне взять.
По идее, ребята, он должен сбивать. По идее. На него надо кликать, оказывается, было. Ты его вот так вот отправляешь. И смотри. Сейчас почему-то не сработало это все. В чем прикол, блин? Не, ребят, я не смогу этот уровень пройти. Надо на них нажимать. Летит, когда спайк, нажимаешь на них, они падают. Очень странный уровень, если честно. Так, друзья, давайте что-нибудь. А что у нас? Так, у нас на прокачку есть что-нибудь? Хватит. Так, 7000. 7000. У Спайка еще там ХП, атака. А зачем ему, если он не атакует и ничего не делает? Ну что, давай попробуем этот, наверное, этап, ребят, пройти. Возьму два этих. Посмотрим, что у нас получится. Возьму пока защиту. Ну вот, как всегда, потратил и... Ладно, вызовем этого. Отойдем. Допустим. Отдуплился, а? Ну, конечно. Все, сила закончилась, да? Сила закончилась. Там разбирается бомжиха со всеми, я смотрю. Слышу прям. И звезда пошла на уменьшение, ребят. Мы и так, по-моему, на две звезды здесь проходили, да? Да, мы тут и так на две звезды, поэтому... Я не могу эту последнюю звезду, блин, получить. Еще раз... А, энергия, ребята, да.
Видишь, дело в том, что когда бомжиха там выходит, она выходит вместе с этим самолетиком, да? Самолетик или маскировка, он маскируется как будто под динозавра. Я не могу... Нет ни одного дракона, динозавра, который бы смог бы подбить его. Мне приходится самому идти и уничтожать этот чертов дирижабль, блин. Вот. Так что здесь либо бомжиху все-таки бомбить, либо идти за этим самозванцем, который прикрывается. В общем, давай в следующей серии попробуем разобраться получше. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.